Объявлен конкурс на выбор регоператора по обращению с отходами для кыштымского кластера. В него войдет сам Кыштым, а также Верхний Уфалей, Низипетровск, Снежинск, Косле, Озерск и Аргаяшский район. Регоператор будет собирать мусор, отвозить на единую сортировочную станцию, часть сдавать в переработку, остальное утилизировать на современных полигонах. Их позже рекультивируют. Регоператор согласует единый тариф на вывоз мусора для жителей с Министерством тарифного регулирования. Платить придется чуть больше, чем сейчас. Зато новая схема гораздо более экологична. Должна очистить города от свалок и уменьшить загрязнение окружающей среды. Итоги конкурса подведут 17 ноября. И весной следующего года регоператор приступит к работе. Отмечу, что все необходимые для этого объекты инфраструктуры уже есть. Современный полигон на месте бывшего каолинового карьера. Объект получил естественную глиняную гидроизоляцию. А в прошлом году запустили сортировочную линию. Напомню, что в регионе внедряется принципиально новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Область разделили на 6 кластеров. Есть еще Карабашский, Усть-Катавский, Саткинский, Челябинский и Магнитогорский. В последнем регоператор уже есть. В Челябинске готовятся объявить конкурс.